Крайне часто случается такое, что огуречные листья желтеют и болезненно выглядят. Очень важно не только вовремя высаживать и поливать растения, но и проводить профилактику с помощью органических удобрений. Сегодня мы поделимся с вами простыми и эффективными способами борьбы с болезнями огурцов. Первую профилактическую подкормку рекомендуют готовить из сорной травы. Нарвите сорняков и дайте настояться в ведре воды 1-2 суток. Перед поливом насыпьте древесную золу в лунки. Зола является источником калия для огурцов и активно борется с паразитами. Второй способ от пожелтения тоже готовится очень просто. Размешайте в ведре воды 1 литр молока, 20 граммов хозяйственного или обычного жидкого мыла и 30 капель йода. После чего опрыскивайте листья огурцов данным средством через каждые 10 дней. Следующий раствор используется тоже в качестве профилактики. Замочите буханку хлеба в 10 литрах воды с добавлением пузырька йода, затем настаивайте средство до следующего утра. Перед опрыскиванием растений разбавьте 1 литр раствора в ведре воды и обрабатывайте листья каждые 2 недели, опрыскивая со всех сторон. Огурцы будут здоровыми и зелеными до самой осени. В июне поливайте растения содовым удобрением, просто растворите 1 столовую ложку соды в ведре воды. Данный состав не даст развиваться плохим грибкам. А если растения уже начали желтеть, можно воспользоваться средством с добавлением молочных продуктов. Размешайте 2 литра кефира в ведре воды и обработайте растения. Если вы видите, что листья не только желтые, а еще и с вредителями, эффективно поможет луковая шелуха. Для приготовления заполните плотно кастрюлю луковой шелухой, залейте водой, поставьте на огонь и дождитесь, пока средство закипит. Дайте настояться раствору 12 часов, затем процедите отвар. Перед обработкой растений необходимо развести полученное удобрение с водой в соотношении 2 к 8 и опрыскивать листочки, остатки просто вылить на землю.